далі, тому що кожного хоче шрутіть, ані за 150 доларів вийшло. 30 секунд пройшло, ані танцюють, ще минута, ані танцюють. Ну просто в Кивині прийнято потанцював, потім пошутів. 2 минути ані танцюють, а время надо 3 минути. Танцеваємо, друзі! Да, и теперь я приглашаю на сцену двух свидетелей, родителей молодых, для замечательного... Подъехал, да. Ну, особенно, когда вот так вот веселые находят. А Андрей, команда «Кефир» как шутит. Ну, так и шутит. Здравствуйте, молодые. Ну, с другой стороны, кому-то вышки играть. Да ты? Я два раза. Нет, ну я в старте. А я чемпион и вид. Хочет играть в Воронежской центральной лиге «Старт», да? Аплодисменты! Замена, произошла замена ведущих по весу. Вы, пожалуйста, куда отведите троих. Мы втроем соберемся сейчас. Итак, теперь у вас нормальный, веселый ведущий шоу. Замечательный, вам повезло. А я сегодня представляю молодежное крыло. И все будет хорошо. А сегодня мне почему-то предоставили возможность представить сборную Центральной Лиги «Старт». Из кого она состоит, я не знаю. Бомбанем сами, ага. Жень, мы вообще сборная. Ну, нет, все, Махач, команда на команду, так пузатый. Да? Нет, склад. Вот это юбилей, да? Вот если бы у меня на юбилей столько медиков... В каком заводе мы собираемся? Мы 2 часа около керамического стояли, ждали, пока не отхватили. Андрюха, он даже отхватил. А, от него. Слушай, Антон, а ты что здесь делаешь? Как, зачем? Я вот за вас поиграл. За вас поиграл! Сейчас за них поиграю и босс. Блин, а как что у нас танцуется-то, а? Ой, ё-моё, Грицов, блин. Алло! Алло, Миш! Миш, а как у нас там? А, вот так у нас, да? Ну да, всё, я выступаю, да. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Папу позови! А сейчас представьте, девушка с очень сексуальным голосом устроилась работать в секс по телефону. Алло? Нет, да что, все, что ли, Жень, не пойму, что за фигня? Всем наверняка известно, что когда в передаче «Что, где, когда» идет музыка, игроков в это время пустует. Что там, какие вопросы? Так, это я знаю, что в черном ящике, что там? Что там? Змея? Ага, хрен там, правильно ответ. Что в черном ящике? Время. Так. Ну, я думаю, дракон, это... Дракон. Возможно. Может, заяц, там тоже было, да. Ботинок, там, ботинок там. Какой ботинок? У нас вопрос про животное. Заткнись вообще. Может, змея? Нет, змея тоже поможет. Я отвечаю, клянусь, вот, что угодно, ботинок. Да, если... да ботинок, какой ботинок? Да, ботинок! Ты, Равшан Аскеров, у тебя 2 высших образования, включи логику! Включи логику, что в черном ящике! Итак, время, кто отвечает? А, ботинок отвечает. Вы знаете, наше мнение в черном ящике... Ботинок. Змея. Я не чей, я сам по себе мальчик. Свой собственник. Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети обязательно чьи-нибудь. Сейчас я буду вашего мальчика. Мама нашего Антона очень сильно за него переживает, и поэтому 100% через 2 часа позвонит ему. Алло, заводим. Не в она, двоечник. Опять отца там подменяешь, что ли? Нет, мам, я работаю.
так, сына, сына, кто это у тебя там на заводе орёт, а? Кто орёт? Мама, это Серёге станком палец оторвало. Палец оторвало? А чё все ржут тогда? А он теперь фокус показывает. Палец есть, пальца нет, палец есть, пальца нет. Понятно всё. Антон, я смотрю, там сладкие девочки есть. Так, какие там тёлочки? Какие тёлочки, я не понимаю? Это просто Коля недавно перевёлся к нам с молокозавода. Он что, в оборудовании не понимает? Коля, не тёлочки, а штепселя! Штепселя, Коля! Всё понятно, ладно, не буду тебя отвлекать. Ты во сколько сегодня будешь? Мам, ну я как обычно, утром и пьяный. Ну, весь в отца, понятно. О, папа рано. Да, сегодня папа рано, пойду его встречу. Целую! Мало кто знает, но Эдуард. Друзья, говори... Стас, тебе мы обещаем... Ну чё, здорово. Ты проиграл спор, друзья. Говоришь ли о том, стои насчёт Антон? Я лох, блин, не смешно. Андрей и Саша по шоссе наверняка хотя бы раз подводит его собственная магнитола в автомобиле. Слышишь, Андрей, включи музыку, как это скучно ехать. И мы продолжаем наш вечер клубной музыки, и к нам приживается диджей Томми. Слушаем. She's a little... Аня? Да? Я не сомневался. Саша? Нет. Ноль. Но один на уме. Марина? Что? Что сказала Аня? Да. Маша, нет, спасибо. Катя? Дим? Чё, Дим, ты на вопрос сначала правильно ответь. Нет. Дим, я правильно ответила? Да. Ты что, вообще больной, вообще перебрал? А где стриптизер? Сначала скажите, где именинница, потом я скажу, где стриптизер. Вот она. Вот он. Так, ладно, давайте сразу к делу. Срамоту одевать. Фу, верни эту ерунду. Ну ладно, тогда принеси мне подсолнечное масло. Зачем? Ну я недостаточно жирный. Да ладно. Молодой человек, мы заказывали красивого, сексуального, загорелого мексиканца. Где он? Джонни, Лоханта Эстамилока. Так, тоже как все, договаривались. Спасибо, держи срамоту. Все, давай. А что ты ее растянул? Ну только на руку надел, ну чё ты сразу? Ну что ж, друзья, 50 лет КВН. Замечательный праздник. Мы все КВНу на самом деле обязаны, потому что если бы не КВН, многие из нас, да и из вас тоже, наверняка даже не познакомились бы. Мы благодарны КВНу за то, что он объединяет не только команды, но даже города и целые страны. Ребят, ну сами посудите, ну вот разве могут злейшие соперники стоять на одной сцене? Спасибо! Мы верим в вас! У нас выступили три команды, а соответственно из них мы выбираем ту, которая лучше всех поздравила КВН с днем рождения. Ну, типа того, да. Да. Вот все. Остальные у нас. КВН стайл! Встречали! Ну что ж, рассказывайте. Брату, короче, дали мне пятнаху, жесть вообще. Сиделся, короче, не досидел 13 лет. Прихожу к другому кентухе на квартиру, короче, бухаем с ним, менты меня вяжут, представляешь? И мне к тем 13 еще 17 дают, ты прикидываешь вообще? Сейчас, короче, Добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут? Сергей.
Что заканчивали? Сорбонну. Кем работаете? У меня своя алмазная корпорация. А родители кто? А дворяне в седьмом поколении. А живете где? На Рублевке. С родителями? Да. До свидания. Здравствуйте. Как зовут? Алексей. Илья. Путин. Слушай, здорово, Сентибелек. Джастин. Yeah. Did you have sex with Cameron Diaz? Yeah, of course. Get out. Ну вы хотите фамилию продолжать? Да. А моя будет очень приятно. Спасибо большое. Поступаем в голос для Иска и Выка. Друзья, мы продолжаем. И все по буму. Все так самое хорошее. Да. Как в Сочи ездили. Да. Как целовались на пляже. Да. Как обнимались на пляже. Да. Дурочка, я тебя люблю. И я тебя. Дорогой, вот я тебя обнимаю и понимаю. Спасибо. Блин, где Маш? Не знаю, я что-то боюсь. Я тоже. Я тебе говорил, неспроста только мы с тобой вдвоем в финал вышли. Ты еще после полуфинала давай покрасимся. Посмотри, что там сзади. Только б не прыжки с шестом, только б не прыжки. Судья идет. Прикрываем тылы. Прикрываем. Ушел. Слава Богу. Что такое? Ну, я, наверное, победил. Дело только что эстафетную палочку передаю. Листва шелестит в ответ. Девчонки 17 лет. Танцы в самом разгаре. Чужие люди лезут к тебе. Ты никогда не забудешь свадьбу 2010 в родном селе. Вторая песня. Меня засосало в подъезде тетя Зина. Песенка пробыла по переулкам. А ты стоишь на остановке, у киоска ты стоишь. Они идут тебе на спало, давай. А тебе на быдло пофиг, ты Валуев Николай. Папа может, папа может все что угодно. Красить, строить, чистить, гладить, рубить, пилить. Папа может быть кем угодно. Только папе надо налить. Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво. Да я знаю. Воскресенье, день вождения у тебя. Благословляют твои лучшие друзья. Вокруг поддержка, каждый хочет дать совет. Но ума чё-то нет. Ты позалила свечи, сломала ключ зажигания. Целых 8 метров преодолев расстояние. Орёт инструктор Маша, всё, иди домой. Ты уже так устала, обруль все руки стерты. Это был 1894-й день вождения твой. День вождения твой. Спасибо. Бубы, вот такая маленькая жизнь. Стринги видно даже через рот. Ну а в юбке зимой рестораны, и я за все платила. Она любила Армани и Версачи носить. И тут в пятницу говорит: пойдем тусить. На мне был спортивный костюм, я чувствовал бы в беде. На сваджелс не пустили, и я отвел ее туда, где шумит сосна. Рита жемчужная течет мне хорошо. Из Смоленска приготовили трёх юнок! Громче, громче!
сейчас. Знаете, кто из вас был в Сочи? Поднимите руки. Помните, да, что там надо кричать все вместе? Сейчас давайте кричать «Воронеж, давай, давай!» Готовы? Воронеж! Давай, давай! Воронеж! Давай, давай! Воронеж! Давай, давай! Отлично, нормально. И с днём рождения! Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, все готово для того, чтобы здесь, на этой сцене, да и, в общем-то, впервые в Воронеже, встречайте команда КВН «Триот и Диасфорец!» Смотрите, столько улыбающихся лиц, так замечательно, так здорово. Жигуль, это что у тебя такое? Смоленская мохито. Это что, ром и мята? Фиг там водяр и укроп. А, это вы здорово. Здорово, вообще, как здесь ощутились? А, ну мы сюда с Жигулем на народном маршруте приехали. Я вам скажу, жесть полная. Меня последний раз так присылали, когда я начальнику смоленского ОМОНа леща отвесил. Ну ладно, а здесь вы что делаете? Шары катали. А, в смысле, в боулинге были? Не, с официантками знакомились. Послушайте, я смотрю, вы себя на этой сцене уже как дома чувствуете. Это дьявол на маршмете себя как дома чувствует. В гостях, а вы чё приперлись? Вот приехали в день рождения КВН, а будем сейчас здесь выступать. Да, я прошу, вы шутить собрались. Ну как же, мы как команда из Смоленска будем шутить про Смоленск, про смолян. Да, а чё не про губернатора Воронежской области? Не, ну просто такой человек, его здесь все знают, уважают, как-то не очень удобно. Сците? Ага. Зря, ведь КВН остросоциальная игра. И что ты теперь предлагаешь нам шутить про хорошие воронежские дороги? Ты дебил. Возможно шутить про то, чего нет. Ладно, мы в отличие от вас к празднику. Жигуль, давай. Ну с праздником, любимая игра! Жигуль, ты же сказал, что ты подготовился. Ну я выпил немного. А, давайте на нашу позитивненько. Ну что ж, друзья, действительно, будем немного рассказывать вам про наш родной город Смоленск. В Смоленске, как и во всей России, недавно прошла реформа, когда все милиционеры вдруг стали полицейскими. Но у нас в Смоленске сейчас на улицах можно встретить именно таких полицейских новичков. На, мел обводи. А чё я? Ты завалил, ты обводи. Ну, не знаем, как у вас в Воронеже, но у нас в Смоленске всегда очень важно правильно вести себя за столом в гостях. Итак, за столом в гостях. Анекдот! Коля, сядь! Отвали! Поймал как-то царь русского парика и немца. Коля, сядь! Заткнись! И говорит, принесите мне каждый по любимому цветку. Русский принес. Ну все, хватит. Лысая, дай баян. Да какой баян? Успокойся. Я наливки хапну. Какой наливки? Все, хватит, я сказала. Фигня, а не поминки. Парни, а следующая миниатюра специально для вас. Дело в том, что у нас в Смоленске именно такая молодежь. Представьте, 3 часа ночи парень приводит девушку домой. Какая ты офигенная! Самая крутая в революции! Все, давай, раздевайся, сымай педали, кофту сымай! Сынок! Иди в мою комнату, раздевайся, я сейчас приду! Сынок! Да, мам? К нам дедушка в гости приехал, мы ему у тебя постелили! Гороскоп на телеканале НТВ. Все сдохнут. Ну
11 часов ночи возле Воронежского ночного клуба могла произойти следующая ситуация. Как так можно, Максима? Я не понимаю. Ну, пили же вроде вместе. Я ж по линеечке, можно сказать, наливал. Понимаешь, мы только полфлянчика положили. Как так можно, Максим? Бать, пошли домой, мне в школу рано вставать. А теперь давайте немного поговорим о спорте. Представьте, штрафной удар футболисты футбольного клуба «Факел» в стенке. Это неудачник! Как можно быть... Это тренировка! Неделя высокой моды проходила в Воронеже, она бы выглядела приблизительно так. I'm a bitch. Цифуры, пати, буржуази, гиба, шампан. Цифу, куле, кота, фонсе, гюзба, куле, англе. I'm a crazy, I'm just fond of you. Бля, я походу заблудилась.